Так, всем привет, всем добро пожаловать на канал Welcome Hell. Мы продолжаем играть в этот золотую лихорадку. Так, это я сделал. Смотрите, сколько у меня, ну, по сути, тут осталось. Сейчас пошлите воду включим. Так, воды нет, значит что-то я не включил. Все должно пойти вода. Thank you.
Я ничего не забыл. Ручной шашлык, да, да? Чуть-чуть, чуть-чуть.
Потому что, блин, ну где-то час, мне надо копать зон. Просто, я не знаю. Пока что я помню. Пока что я помню, я буду делать. Потом не скажу, что он говорит, что он уже. Вот именно после вот этих слов. Наверное. Но я, наверное, беру, что он уже не стал. А вообще, где я-то нахожусь? Если не знаю, перейти на карту или стикап, ну, по сути, не будет.
Ну стой, я тебе не спущу. Включи бы кто не делает. А ничего, ты не должны его спущу. Да, ну там я типа вот не включал. А его тут нет. Где он? А вот он. Ну, кстати, это имеется в виду починить машину. Да я знаю, как управлять тачкой. Я, блядь, я вчера играл. Да, это еще раз. Еще. А я чё... А. Вот как и машина, мне нравится, это экскаватор. Я даже не понимаю, как люди, ну, именно рабочие. Как рабочие видят, например, задом, как они, ну смотрите, ну это типа реализм, ну то есть, эй, полиция. Открываю. Ну, иди ты, знаешь, куда? Блин, не надо, пожалуйста. Я вот это белый не понимаю, не понимаю. Какая-то, вот какая-то кнопка. Перейти и вот повернуть влево, вправо. Ну, по сути, тут нет этой кнопки. Вот этой кнопки нету. Же, как эта кнопка? Нет, как это здесь кнопка? Маш и П. Ну, давайте где-то здесь становимся. Выйдем. Возьмем вот этот самосвал. Доедем.
Я не знаю, какая это кнопка. Если в настройках посмотрим. Главное, сохраните. Вот настройки. Управление. Управление клавиатуры. Где эта кнопка? Может, это какая-то буква? Применить. Может, это реально какая-то буква? Ж и... Блять, какая-то кнопка. Двигатель вправо, кабину вправо. Ну я повернул. И чё? Я даже развернулся на 360. Подожди. Открыть. Ну вообще-то да, ну вот, я делаю. Плечо влево. Открыть ковш. Самое главное теперь. Я сделаю это много полминуты. Потихоньку, стоп, я ж сказал.
Давайте посмотрим. Ага, вот он понял. Я в свою жизнь, блядь, я могу приехать. Давай, 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 давай. Вот. Так. Мне надо 99.
Так я застрял. Блин, свои же ями. Да стой! Игра, я знаю, что я делаю. Thank you.
Так, ладно. Да я знаю то, что я молчу. Чё мне говорить? Ну, я надеюсь, я сегодня не получу свое золото. Хотя бы 2 грамма. Вот о чем я говорил. Вот это долго. То есть, типа, ну... Куда, на самом деле, куда спешить? Поверьте, если это был бы стрим, мне был бы вообще кайф. То есть, я за временем вообще не слежу. А все равно пока вот это на пол смывал, короче, грунтом, пока это не исчезнет, я не накоплю. Ладно, вот это. Тут максимум 20%. Магнум. Один магнум. Блин, знаете что? Мне бы побольше бы кран. Нет.
Я просто мне даже интересно. О! 60. Чтобы с музычкой. Только 10%. Нет, не, не. Ты ем. Чё там, блин? Я звук слышал. Он, блин, в песке что ли застрял?
Уже ночь как бы наступила. Почему не откроется до конца? Да не может быть. Для сколько? 8 тысяч. Блин, ну я не знаю, но просто больше я ничем больше этой работы. Серьезно? Как же реализм? Блять. Не, ну да. Ну не, ну подожди, реализм. На акустике, да. На кустах, на всех. На брошенных деревьях, да.
Да. Видите, начало как посмотрю. Ну, почти. Пока не занимается. О, уже 200. Где там 100? 5000. 200 даже. А что надо получить? Не позвольте, я вот тут. Уже 30%. Игра. Подожди, нет. Где еще есть мох? Thank you.
Я реально не понимаю, нахера. Игра не посчитала то, что... Игра не посчитала то, что я уже это сделал. Зная о том, что... Что надо. Сделал. Откуда? Игра, я это уже, блядь, сделал. Я реально не понимаю. Что там уже это? Я это уже, блин, сделал. Ты скажешь, не окей. Почистил. Блин, я уже почистил.
Да вот ты дождь, блин, пошел. Нет, нет. Конечно, лучше. Да, я быстро сделаю в другую машину. Вы даже землю в другую машину. Какую? Какую, блядь, а. Ничего, что ты должен был сделать. Спасибо. Игра. Я уже, блядь, все это сделал. Поместите мох. Мы что, все заново что ли? Ой, блядь. Блядь. Я не говорю, смотрите, это только час, вот это только сейчас час. Блять, да я уже почистил. Давайте еще на нем или по сути, ну это, блядь, да не может быть. Я уже, блядь, я не знаю, я уже, блядь, почистил. И поехали. А, ну а чё? Я же... А чё, туда нельзя? То есть...
катается. А, блядь. Ну вообще в другой стране находится. Стой. Я не знаю, блядь, игра, я сука, я уже почистил. История. Я что-то читал, если там типа много мигает, то она где-то тут рядом. Бля, если честно, я думал, я могу использовать. Типа ночь наступил, подтвердите итог дня. Переработанной земли срок подожди, а карта золота? Где вот где может быть зон, если честно, вот где он может быть? Карта вот, я вот эти кнопки плюс и минус это лес. Граница шахты, граница участка. Строение. Строение, уровень. Уровень это вот эти. А они количество золота на земле. А извините, а как мне это понять? Стоп, как мне это понять? Легендарная скважина. Как бы я вот, типа вот по этой пластине, но она везде желтая. Подожди, нет какой участок? А как мне понять то, что... Нет, у меня нет. Мне первый, наверное. Да, мне первый. И как мне понять? Вот, коричневый.
Вот по этим местам или что? Двадцать шесть, 27, 28. А мне как это увидеть, то есть? Мне как это увидеть? Мне как это увидеть? Франкенштейн, большой экскаватор, малый экскаватор, самосвал, буровая машина. Вода. Дом на колесах. Зона промывателя. Лес, вода, строение, грунтовая дорога, дорога. Блин, Маша, конечно, честно, она там осталась. То есть я, блядь, я все равно не понимаю. То есть, а как не пойму, где находится вот эти 28, 27, 228? Как мне понять? Я не картограф. Я не картограф. Вот это место, это где? Ну, вот смотрите. Подожди, это... Это что? Вот это, блядь, дома, это что? Это какие дома? Вот это, кажется, вот это мой участок, а может и нет. Я, блядь, извините, я все равно не понимаю. Я все равно не понимаю. Мне бы гайды бы посмотреть, потому что я не картаю. Не карт. Идите в банк, арендуйте участок старого Арнольда, идите в магазин, купите базовый набор, загрузите в пикап. Работники.
Подождите. Бэк. Главное меню? Да. Да я не понимаю. Почему игра не может посчитать то, что я это уже, блядь, сделал? Я уже прям... Я уже промыл этот... Там нету золота. Там нету золота. Ну, то есть грунт. Грунт ты не можешь... Даже на какой глубине может быть золото? Пока еще установиться, знаете, еще какую еще игру? Братья, этот, братья, братья, они, бзигеры, бзигеры. Стиль вылетит, так вылетит. Да, потому что вот такие игры, это долго на самом деле. И да, я люблю по полтора часа. По полтора часа, он час 30 записывается. Ну да, это мне, да, интересно мне. Играть. Ну, нет, играть. Мы играем. Поломки машин выключили, система давления. Что даже что система выключена, случайное событие. Наверное, имеется в виду град, вот это все. Нет. Интересно, тут я играю как бы главным, типа, ну, типа директором. Капитаном, не знаю, как это сказать. Не, ну капитан больше в море. Так что это... Золотой самородок Analyze of Fate, найден в 1980 году в Австралии. Он выставлен в года Нигет Казино в Билокси. Билокси. Не слышал. Нет, я имею в виду про город или деревни. Ну, больше эту... Ищите, не знаю, получилось. Мне больше интересно, знаете, чё? Вашем же... Вот. Да, сначала мне надо в этот в магазин все самое необходимое. Ай.
Если что-то там ломается, у меня ничего не ломается. Так, это заправка будет. Это банк. Где-то здесь. Уезжаю. Давайте искать. Вот в этом доме что ли? Банк старого Глена. По ссылке кредит. Участок старого Арнольда. Максимум. Арендовать. Купить. Выкуп. Комиссионный. Подожди. Продать золотые слитки. Купить. Несут машины. На всем участке. Давайте, я не знаю сколько. 4. Даже 5. Кредиты. Сумма. Сила процент 45. Ежедневный выплат 480. Ну я же его купил, мне же не надо. Продать золотые слитки. Пока мне ничего нет. Никакого золота. Потом что? Потом надо идти. Это что? А как магазин нарисован? Магнит. Магнетит. Кузнец. Банок старого Арнольда. Склад. Тяжелое оборудование. Кузнец. А вот эта машинка, твой домик. А это склад. Блин, картон. А, не, это... По сути, это соседний улиц. Конечно, смогу пройти. Где-то здесь. Где-то здесь. Вон он. Вот он. Мне говорят, а это полиция. Вот он. Наверное. Или это склад? Удлинитель силового кабеля высокого напряжения. Количество. Пока я на самом деле не знаю, что мне надо. Я на самом деле пока реально не знаю. А, наверное, для этого есть. Наверное, для этого и есть журнал. Вот, идти в банк, арендовать участок старого Арнольда,
Потом идти в магазин. Купить базовый набор. Это промыватель без насоса, промышленный лоток. Две цены для промывания, идти на кассу и оплатить покупки. И ведро. Потом я загрузить этот ПК. Уровень первый. Процесс добычи золота. Потом идти в магазин, купить базовый набор, загрузить пикап. А, направляйтесь на участок. Найдите зону промывателя. Зону промывателя. А, вот как это работает. Ух, у нас, блин, а я-то... Ну, вот, по сути. Ну, если что, инструкции есть. Блин, мне магазин бы только найти бы. Ну вот, вот сюда вот. Я вот это купил. Вода, строение, грунтовая дорога, дорога, водяная башня. Дом на колесах. Я тут думал... Магнетит. Торговая площадка. Торговая площадка. Может, торговая площадка. Подожди. А что это... Стоп, а что я тогда взял? Что я тогда купил? Рыба доехать, блин. Понять, как туда доехать. То есть на следующем повороте. Я пропустил этот поворот. Вот он. Все даже не заметил. Что закажется? Да. Я приехал.
Ну, кстати, стуки, они не реалистичны, что ли? Я приехал. Ну вот это место. Давайте сюда сходим. Я много раз видел, ни разу за эти серии не был. Я почему-то я все время думал то, что золото достается в шахтах. Ну да, типа гномы. Ну, могу ли я понять? Прыгай. Ты что застрял-то? А ты... А, у меня типа уже у меня есть. Линия фара. Следующий инструмент. Да я застрял. Уже нет. А тут на самом деле уже все под... Тут уже типа уже все готово. Тут типа уже просто осталось только это все поставить. Купить поставить. И все. Где-то здесь. Продажа машин. Продать. Торговая площадка. Что за торговая площадка? И где она? Вот это что ли торговая площадка? Продать? Вот где написано, вот. Продажа. Хайз Аляск. Может быть это имеется в виду только для мультиплеера? Да, тут есть мультиплеер. Мне кажется, здесь он не нужен. Он есть. Кажется.
А может и нет. Не, ну если бы мультиплеер был, если только бы он бы заключался в плане. Я не знаю, где магазин искать. Мне сказали, магазин. Где он? Где? Чертов магазин. Где он? Вот это что? Вот этот магазин. Почему я перемещаться-то не могу? Ну, эти стрелки, по сути, это перемещение. Может быть, потому что... Где, только где он? Ну, на руке не забыл поставить. Зато она стоит, стоит. Все. Где-то здесь. Просто, блядь, и где она? Это? Ух ты, интернет, мы хотим эту точку помещения. Да. Вот я же говорю, быстро перемещаем. Теперь вам нужно найти другие таблички. Вот! Что, блядь? Войти. Поверьте, $1 это дорого. Короче, сколько-то там, ну, теперь в $1, 78, там, 80 рублей. Это дорого. Поверьте, это дорого. 404, это мало. А, то есть... Да куда ты, блядь? Знаете, то, что уже было лишь 2 часа. Почти. Я говорю, этой игре 1 час это слишком мало. Ёб твою мать.
Вот и дальше. Тут типа люди есть, но их нет. Укрепленные, блин, баны. Давайте добавим еще раз. Можно им только, блять, побольше. Я все возьму на всякий случай. Хуй, мало ли чё. Ну нет, эта штука одна должна быть. Перевозка тяжелых грузов. Переселение участок второго рода, да. Место хранения. Перенести машины. Давайте 2D8. 8 машин. Местный перенести.
Принести машину. Стоит перевозки. Ноль. Почему? Блин, я не понимаю. А, магазин тяжело, блин, заказать. Ваша машина готова к перевозке, окей. Подожди, сосну повернуть. А, вот. Перенести. Как? Я знаю то, что ну. Я собрал все, что тут было. Почему я выбрать все не могу? Отсюда, вот сюда. А, оно прогружается. Что-то... По сути, сейчас я все должен поставить. И в деньги растут границы.
как мне теперь это? Теперь, а как мне все это теперь установить? Хотя бы примерно что-то. Журнал. Истинного процесса нет, Стив Аляск. Процесс добывания золота. Направляйтесь. Зона промывателя. Направляйте на участок. Источник воды. Процесс. Вот это ж... Подожди. Что мне... Подожди. Блин, ну ладно, давайте посмотрим. Почему так все сложно, блять? Почему так, сука, все сложно? Блять, и водяной пиздец. Да еще бы на час. Давайте здесь тогда закончим. Давайте только сохранимся как-нибудь, я не знаю как. Сохраните, да. Да, не уф. Могу? Это просто пиздец. Сейчас сохранится. Это просто пиздец. Потом будем, короче, думать на том, как что делать. А сейчас. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до встречи и всем пока.